Всем привет! Сегодня хочу вам дать несколько маленьких советов, если вы собрались в Крым на машине. Просто хочу вам показать цены на бензин, во-первых. Ну, смотрите, сколько 92-й, 95-й, чтобы вы знали, сколько вы здесь потратите на то, чтобы заправляться. Ну и главное, наверное, такой важный совет. Если вы снимаете гостиницу, спрашивайте, есть ли у них своя стоянка. Потому что вот гостиницы настроили 1000 без каких-то парковок. Все дороги перегружены сейчас вот этими остановившимися машинами, особенно на туристических улицах. Весь город в пробках стоит. Вон даже, смотрите, скорая не может проехать, потому что вот все что-то стоят, разгружают товары, таксисты вон отдыхают, город стоит. Поэтому едете, лучше едьте в места, где есть своя парковочка, а то будете стоять вот так вот, машина будет стоять посреди дороги, вас или эвакуатор заберет, или кто-то случайно, просто начинающий водитель вас поцарапает.